В голосовании на выборах депутатов Госдумы и регионального парламента принял участие первый вице-мэр Владимир Василенко. Для исполнения своего гражданского долга он выбрал избирательный участок номер 2683, расположенный в здании санатория «Самарский». Организованно проводят выборы, сделано все с точки зрения и, скажем, соблюдения дистанции и масочного режима и тому подобное. Поэтому претензий или как бы вопросов по этому вопросу нет. Я уже или в Самарском, или в Можайском голосую более 20 лет, поэтому мне все предельно понятно. На избирательном участке соблюдаются санитарно-эпидемиологические меры. Голосующим выдаются маска, одноразовые перчатки, ручка. В помещениях регулярно проводят дезинфекцию. Здесь все сделано так, как положено. Мы вошли в масках. Нам измерили температуру, дали перчатки, ручки в пакете. Приятно было прийти сюда. Мы о родине думаем, о будущем, о родине. Голосование на выборах проходит 17, 18, 19 сентября. В эти дни избирательные участки работают с 8 утра и до 8 вечера. Ольга Хамракулова, Василий Колдашов. События.